Саншайн. Ломайся, хоть заломайся. Говори, сотрудник ЛСПД, остановись и прижмись к обочине. Повторяю, говори, сотрудник ЛСПД, стойте на месте. Почему откроем огонь? Здравствуйте. Здравствуйте, сотрудник ЛСПД Барбоса, выйди из машины, покажите вашу листику до сегодня. Пожалуйста, вы нарушили главу 4, пункт 13, дорожный кодекс. Сядь, машину, сядь, сядь, да сядь, молчи, сядь, ты, сядь. Подожди ты. Тебя есть ППшка? Нет. Куда ты, черт, пошел? Направо. Вот он. Так, из машины выходим, считаем ровно до трех. Потом начинаем по вам стрелять. Раз. Два. Три. Из машины выходим, говорю еще раз. Бедняжка. Сейчас начнется, вы отлетаете. Мегафона не было. Здравствуйте, я стою Николас Бедворбросов, вы задержаны за статью 17.6, бачка, знакомьтесь. Так, ну-ка, идите сюда, не стойте там в машине. Где находятся ваши документики? Где находятся ваши документики? Так, сейчас найду ваши документы. Нашел человека, документы, ознакомиться, положил обратненько, сейчас я на печальчике, хлопаю вверх, не, не жди, сложечек напротив. Так, хорошо, хорошо, у вас тут, смотрю, коктейли, это хорошо, это очень хорошо. Напиши ему, Серега, 10к, это свободен. Так, сейчас я достану КПК, серия ваш фоторобот, только через Б-чат. Давай, Гетто, давай, пока. Так, сейчас он положит там ли ваш розыск. Че он говорит? Че он говорит? Че он говорит? Че он говорит? А, вам еще статья. Нет, статья не будет. Фракционная розыск. Три звезды. Напиши ему в этот в Б-чат плюс ПГ тебе еще. Так, заломару я привел с собой. Сейчас какой дверь или под сорт чекать, какой дверь. Напиши, сейчас в тюрьме посидишь, плюс еще ПГ за тебя будет. Чтобы он знал, бля. Дебила кусок. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать до и время допроса. Вы понимаете свои права. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на одного адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать до время допроса, вы понимаете, правда? За что будешь, узнаешь скоро. Им вообще кажется, что они просто, их вообще, только они тут есть, блин. Как они меня достали уже. Сейчас кое-то для автомобиля расстегну, имеешь человек. Почему им непонятно, что не все так, как они хотят? Поехали за мной. Сидят, блин, вообще едут дальше, игнорируют. Потом еще удивляются, почему стреляешь, почему задерживаешь. Потому что, блин, надо уметь играть в эту игру. Не можешь, не играй, пошел в жопу, блин. Так, реализовать право будем. Он пишет про ДМ. Он пишет про ДМ, тупой придурок. О боже мой, какой он конченый. Реализовать право будем. Телефонный звонок, адвокат вам нужен? Ты видишь, Серега? Он пишет про ДМ. Такой тупой. Так, сейчас у нас 14:30. Жду одну минуту ответа. Меня в игре было слышно? Да. Иди сюда, напиши ему, пожалуйста.
Алло, меня слышишь? Тебя слышу, Вири. Напиши ему, адвокат, тел звонок нужен? Напиши. Чё? Давай, Серега, давай пиши ему. Написал. Чё меня бесит, блин. Да у него какие-то проблемы с наушниками, он тупит сейчас. Не знаю, Андрей. Может, я буду, а может, нет. Не могу сказать. То есть ты ушел 366. Что он блин, ответил? Что написал? Что написал? За что посадили там? Да он тупой, еще не понимает. Так, жду одну минуту, если не будет ответа, я продолжу процессуальные действия. Так, сейчас у нас 14:32. В 33 я продолжу процессуальные действия. Да-да, не слышу. Че? Нет, на украинском не говорю, Андрей. И не понимаю, тоже не понимаю. Где там 33? Так, 7 минут прошло, ответа не поступило, продолжается специально. Нечего, 7 печачки, прохлопай вверх. Нижняя слайдочка против. Так, хорошо, ничего не нашло гражданина. Значит, так быть задержан за статью 17.6 и починение госсотруднику. Заломаю рюкзак веду с собой. Сейчас открою дверь, дверь КПЗ, позор человека, закрой дверь. Я тут. Сон. Шом. Шом. Я ответил. Да нет, он тупит, стоит, молчит. Алкаш, блядь. Сон, согласен.